Синдром Кандинского-Клерамбо, синдром психического автоматизма, сочетание бредовых идей, обычно преследование, с бредовыми идеями, воздействие и психическими автоматизмами. Параноидный синдром. Сочетание бредовых идей, преследования, отравления, нанесение физического вреда и ущерба с вербальными галлюцинациями или проявлениями синдрома Кандинского-Клерамбо. Галлюциноз – это состояние непрерывного галлюцинирования с преобладанием какого-либо одного вида галлюцинаций, значительно реже их сочетания, при минимальной выраженности других расстройств, возникающие при ясном сознании, выделяют зрительные, слуховые, вербальные, тактильные галлюцинозы. Парафренный синдром – сочетание фантастических по содержанию бредовых идей, психических автоматизмов, галлюцинаций, нередко конфабуляций с бредом величия. К синдромам двигательных нарушений относят кататонический ступор и кататоническое возбуждение, импульсивное возбуждение, депрессивный и психогенный ступор. Синдром кататонического возбуждения. Больные принимают неестественные позы, кривляются, поясничают, гримасничают, отмечается дурашливость, бессмысленный смех. Импульсивное возбуждение – внезапное совершение действий, не имеющих отношения к предшествующему поведению. Набрасываются на окружающих, бегут, не разбирая пути, рвут одежду. Речь состоит из повторения одних и тех же фраз. Вербигерация – повторяются слова, произносимые окружающими, эхолалия. Могут быть простейшие движения, ползание, хватание, раскачивание корпусом. Кататонический ступор – это состояние обездвиженности с мышечным напряжением и мутизмом. Больные могут сохранять длительное время приданные им конечностям или туловищу положение, симптом восковой гибкости, либо, напротив, оказывают молчаливое сопротивление попыткам их накормить, изменить положение тела, симптом негативизма, а в некоторых случаях лежат неподвижно в скорченной позе. Все мышцы при этом резко напряжены, симптом оцепенения. Депрессивный ступор. На высоте депрессивного аффекта возникает резкая психомоторная заторможенность без явления негативизма и восковой гибкости. Психогенный ступор – это полная обездвиженность и мутизм в сочетании с выраженными вегетативными проявлениями, возникающие после сильной психогении. Галлюцинаторный ступор – состояние непродолжительной общей обездвиженности при постоянно меняющемся в соответствии с содержанием обманов восприятия выражения лица, возникающие на высоте галлюцинаторных расстройств. Синдромы помраченного сознания – это приходящие кратковременные от нескольких секунд до нескольких дней грубые нарушения психической деятельности. Они характеризуются отрешенностью от окружающего, полной или частичной, нарушением ориентировки в окружающем и собственной личности, различной степени, бессвязностью мышления, в ряде случаев появлением бреда и галлюцинаций, полным или частичным запамятованием происходящих событий и своих психопатологических переживаний при этом. К синдромам помрачения сознания относятся оглушение, делирий, анероид, аменция, сумеречное помрачение сознания.